К другим темам. Сегодня городские власти подвели итоги публичных слушаний по вопросу строительства крематория. Больше 2000 проголосовавших высказались против, и только 424 человека посчитали создание такого объекта необходимым. Но несмотря на такой перекос голосов, в мэрии намерены довести дело до конца. Почему, выясняла Виктория Лопатайте, есть слово. В нашем городе инвестор предлагает возвести крематорий недалеко от кладбища Бадалык на площади в 5 гектаров. Предполагается два зала прощания на 50 и 300 мест. Территорию вокруг здания озеленят и обнесут трехметровым забором, в котором и будут хранить урны с прахом. Этот проект обсуждали 2 месяца, в итоге 2000 проголосовавших против. В мэрии это учли, но уверены, крематорий нужен. Здесь надо было рассматривать и градостроительное размещение площадки, и экологическая ситуация. А также тот факт, что город уже, Красноярск, достаточно большой, миллионник, такой объект необходим. Появись крематорий в Красноярске, его услугами могли бы пользоваться до 30% семей умерших. По крайней мере, такие цифры приводят в городах, где он уже есть. Таковых в России не так много, всего 17, и далеко не все из них построены в городах-миллионниках. На вопрос, нужен ли Красноярску крематорий, люди на улицах отвечают по-разному. Они либо вообще предпочитают не думать об этом, либо высказываются положительно, ведь для многих кремация – пример цивилизованного подхода к похоронному ритуалу. Ничего не думаю. Вы за то, чтобы его построили или чтобы не строили? Ну, я считаю, что если кому-то надо, значит надо. Ну, когда я умру, я бы хотел, чтобы меня сожгли, а не хоронили в землю, чтобы я там разлагался. При этом даже тех, кто за, волнует вопрос экологии. Но профессионалы считают панику вокруг этого вопроса искусственно раздутой. По экологии здесь все совершенно нормально. Это высокотемпературные печи, то есть никаких вредных веществ не остается, все сгорает. Инвестор обещает установить в крематории лучшее оборудование, чтобы наверняка исключить вредное воздействие. Всего же на проект он намерен потратить чуть свыше 100 миллионов рублей. При этом минимальная цена ритуала – 7 тысяч рублей. Это дешевле традиционного погребения. Цена кремации установлена на уровне пособия по погребению, которое выдается родственникам. Для города Красноярска это 7 тысяч. Остальное все – это дополнительные услуги. Если проект одобрят депутаты городского совета, крематорий в Красноярске будет построен к концу следующего года. Виктория Лопатайте, Валерий Чащин, 7 канал, новости 24.